В морозилке минус 23, прошло 14 часов, достаем солярку. Так, частично распаковано, продолжаем дальше распаковывать. Солярка вроде как жидкая, темная, помутневшая, но жидкая. Я вот тут вот приготовил бутылку с лейкой, ну, обычная дизельная лейка. Сейчас через нее пропустим наш экземпляр с соляркой. Итак, льем через леечку. Все проходит без проблем. Никакого замерзшего парафина. Все отлично. Тест пройден. Лукойл молодцы.